Ну что ж, у нас новое задание. Надо ликвидировать группу преступников. Я уже начал работать. Успешно. Идем дальше. У нас... Тут целый список плохих людей. Открываем. Сюрприз. Масса. Все вроде чисто. А, нет. Это, оказывается, мне сюрприз. Ой, надо. Откуда они? А, блин. Они меня, кажется, ожидали. Ничего, это моя работа. Классный байк. Главное, чтобы не поцарапать. Это, походу, Кавасаки. Оба-на. Да тут засада, я смотрю. О, сука, заряди меня. Больно-то как? Больно. У меня бронежилет, но все равно больно. А тебе? А тебе? Ему тоже больно. Ну что ты спрятался? Выходи давай. Раз на раз решим вопрос. Вот умничка вышел твой напарник. И сразу свинцов. Я ему подарил палочку. И тебе, у меня есть подарок для тебя специально. В пуле написано твое имя, если что. Так, меняем ствол нахер. Аккуратно. Эти парни, походу, меня ожидают тут уже. Вроде все пока... Ай, шайтан. Ты посмотри, а? Классный автомат, кстати. Целишься на меня? Что ты какой умный, блядь. Получил свинца? Еще один. Давай, для тебя сегодня акцию я сделаю. И еще один. Надо доделать работу, а потом взять следующий контракт нахер. Привет, аж обосрался, да, увидев меня? Бросил то, что у тебя в руках. А твой напарник-то смелый, я смотрю. У него шок, походу, шок. Все. Ой, сиамские близнецы, походу, они были. Ну, извини. Идем дальше. Раз, два, погнали. Шок у него, ты посмотри на его ебало. От шока, блядь, обосрался аж, это тоже. Я вот думаю, они что, не слышат звуков пули? У нас же тут перестрелка идет. А вот они, походу, слышали, аж сразу начали палить на меня. А что, у тебя еще намордник, что ли, лице? Ну, живот, пузик-то открыто. Ну, хотя бы они в масках. Все, идем дальше, нахуй. Аккуратно, я прям как сикарио, блядь. Вот еще по-испански пиздеть. Buenos dias, amigos. ¿Cómo estás? Ох, пута, ждет меня. Не попал, я перезарядку надо сделать, но... Не успеваю. Все, пульки закончились, нахуй. Ах, блядь, вот пута, а? Пута. Я же тут сикарио, блядь. Чего, блядь? За аптечку хочет бабки, блядь. Совсем озверели, я смотрю. Это грабеж, блядь, среди белого дня. Ола, амигос. Главный мотоцикл, чтобы не пострадал. Ломай стас, мой фрэнд. Вот и зарядили. Вот и поговорили. Разговор был интересным, но коротким. Ебать, вы человек это, что ли? У него шок. Давай, целься, целься, давай. А я тебя не звал. А это что за хуй? Сука, ты что, меня попал, что ли? Еще раз попал? Все. Ты меня обидел, разбил прям сердце. Вот у него шок, понятно. Все. Иди отдыхай, ладно. Отдыхай, устал ты. Пошел отдыхать. А я пошел доделать работу. Раз, два. Ну, с богом. Нихуя себе. Ты чё, охуел, блядь? Фак мне показывает. Я сейчас ёбну тебя, долбоёб, блядь. Охуевший, блядь. Чё ты прячешься, блядь? Фак показываешь, блядь. Борзый, что ли, такой? Ну, давай поговорим, блядь. Сука, стреляет ещё. Я тебе сейчас этот фак, знаешь, куда засуну, блядь? Давай. Ой, блядь, прячется. Получил, нахуй? Ну, выходи давай. Выходи, сучонок. Поговорим, блядь. Ебать, как эффектно вышел там он. Со своими дружками перед дружками въебываешься. Я их тоже ёбну. Оптом, блядь, оптом всех. Ты как там оказался? Телепортировался, что ли? Завалю сейчас, блядь, все равно. Получил? Блядь, никак не сдохнет. Мразота. Надо перезарядку сделать. Все, блядь. К бою готов, блядь. Я понял, походу, он перед друзьями въебывается, а сам прячется. Эффектно, однако, вышел. Нет, тут зачет, конечно. Пулю получил, опять съебался. Ой, блядь, когда, блядь, я перезарядку делаю, он выходит и въебывается. Ну куда ты стреляешь? Я же тут. Все, пора заканчивать эту, блядь, билиберду, блядь. А то, блядь, заебался я уже. Сдохнешь ты или нет, блядь? А? Мачо, ты ебаный. Блядь, никак не хочется сдохнуть. Все, блядь. Вот тебе и нахуй иди. Блядь, так умирает. Эффектно. Ебать.